Начато досудебное расследование по дорожно-транспортному происшествию на трассе Атырау-Астрахань. Напомним, авария произошла 10 июня в 55 километрах от районного центра Курмангасинского района. Как сообщили в пресс-службе ДВД области, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, четверо доставлены в больницу. ДТП произошло между автомобилями марки «Лада» и «Тойота». В результате чего на месте скончались двое человек, а еще четверо доставлены в больницу. На данный момент ведется досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.